Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 8 февраля 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги. В городе не звучало никаких взрывов. За область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. По моим предположениям, Российская Федерация готовится к нанесению очередного масштабного ракетного удара по территории Украины. Поэтому сейчас идет такое своего рода затишье перед бурей. А даже есть такие мысли о том, что эта масштабная ракетная атака может быть вместе с масштабным вторжением, то есть совмещенно, так сказать. Сегодня в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Еще раз напомню, вчера уже сообщал в своем вечернем видео. Поэтому максимально будьте осторожными, не оставляйте машины под линиями электропередач, под деревьями, ну и воздержитесь лишний раз от прогулок по городу. Я на связи, как будет появляться какая-то информация, сразу же буду сообщать. Всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня, до встречи в новых видео, всем пока.